Или мешочек. Какой там, где там? Реактивный этот, Дим, где у него этот? Так, его право вот тянет, да? Вот, не сильно, если что, блин, нажмешь. Если что, плавненько нажмешь сюда вот и подпустишь. Угу. Видишь, собачки эти, чтобы вниз флажок поднялся. Поправим, Дим, купол. Слышишь, раз? Хорошо, мотни головой, хорошо слышно, да? Ну, убери свободные концы. Заведешь ему эту кнопочку. Он полет попомнишь. Ремни ножные застегнули, все в порядке. А сейчас мотор заведем и немножко прогреемся. Для этого одну ногу вперед и установку вверх. Да. Не надо, просто мотни головой, а в воздухе просто ногами, если слышишь, поможешь. Смотри, короче, инструкция, напоминаю, спина прямая, купол доводить. Вот, как только купол вышел, все, уходим, даем газу, уходим от земли. Давай, по готовности, как будешь готов, ты стартуй. Набираем пока таким курсом высоту. Да, попробуй плавно. Все, молодец, сел, вижу. Не делай резких движений, все плавненько. Все под контролем, комфортно тебе, ногами помаши, если да. Помаши ногами, если да. Вижу. Сел? Давай, выполняем правый вираж, идем направо на солнце.
Продолжаем по плану. Как принял? Ты не слышишь меня? Повтори. Мотор работает, почти не слышу. Я понял, я буду погромче говорить. А дальше по плану продолжаем. Там смотри, на рации можно барашку прибавить звук. Крайняя левая. Да, переходим на пашню, далее делаем право 90. Сейчас высоту не набирай, летим таким курсом, будем снижаться. Затем по команде развернемся к нам лицом сюда, через лево, через право, как тебе удобно будет. И задача пройти над нами на высоте метров 10.